Так, ну что, моя золотая, я начинаю новый влог. Мы начинаем новый влог. Для чего? Да просто так. Да не просто так. У меня в гостях мама Чоли. У меня в гостях мама Чоли. Ну, она как бы мне здесь делает мастер-класс по оладушкам. Она вам показывала уже в своих видео. Как-то меня угостила. Так вкусно было. Здравствуйте, мама Чоли. Привет. Как ваше настроение, дела? Да ничего, нормально все. Хорошо. Смотри, какие они классные, румяные. Так. А они еще не простые. Мы туда мюсли еще накидали. Я, точнее, накидала. Я надеюсь, они не будут где-нибудь там в зубах застревать. Но они должны размякнуть уже. Блендером все это перемешала. Они измельчились, при том, что они там же и разбухли. Блин, так хочется. А я как раз ухожу. Ну съешь парочку, 1-2, возьми, съешь. Да нет, ну сейчас руки будут жирные, я только ногти накрасила, смотрите, как красиво. Че голодная уходишь, а? А я нет, я не голодная, я не хочу кушать. Короче, мама Чоли оставляю тут с дынечкой. Вот такой у меня лучок сегодня. Ой, включу свет, чтобы вы увидели. Шапочка светлая, курточка вот эта. Кто спрашивал, где курточку брала? Это все на втором канале у меня там. В ухубокс посмотрите распаковочку. Вот. У меня такие бордовый костюм. И, наконец-таки, сюда отлично смотрятся эти ботиночки. В общем, я иду в магазинчик. Иду в магазинчик выбирать себе какие-нибудь украшения. Вот. И... в кино, может быть, схожу. В общем, у меня сегодня выходной. Сейчас Тане позвоню еще, посмотрим. Посмотрим. Таня, Таня куда-то меня ведет. Грязные пятки снимаем. Ой, как у тебя красиво. Вот так у тебя фон находится в режиме неработы, да? Привет, котик. Извините, пожалуйста, мы тут к вам в гости зашли немножко. В ложек снимаем. Таня выбирает, что одеть. Вот. Надеть. Надеть. Ты уверена? Уверена. Таня сказала, что у нее по-русскому 5. А ну-ка, быстро мне вот эту вот считалочку расскажи, правила. Какое? Одеть, надеть. Ну, а себя надеть. Одеть кого-то, первая буква О. Так я же говорю, одеть тебя, не на себя, на тебя. Нет, если ты бы меня одевала, то было бы одевала. А раз я себя одеваю, значит, я ищу, что надеть. Таня ищет, что надеть на себя. Да. Надо приговаривать еще вот это на себя, на кого-то. Ну да. Так, ну что ты мне никогда не такая лохматая вообще? Просто ужас. Тань, вот Тань. Дай я разденусь, я хочу другой свитер. Да, конечно, раздевайся. Да, без проблем. Шел битый час. Я, так чтобы вы видели, я сижу в шапке, как бы в куртке, да? Давай думай, что мне одевать. Давай думай, что мне одевать. Вот подруга у меня, да? Все, я вот это одеваю. Вот это моя меховая штучка, она мне очень ура нравится. Тоже я надеюсь, раз... это последний лук. 51-й. Последний. 151-й. Ну вот, отлично. Отлично? Угу, мне нравится. Ну все. Ты посмотри. А, я уже положила. Долго ли или коротко ли мы сели в машину? Господи, Таня. Вот я знаю, что если к Тане заходить, то я ее жду вот так вот в шапке, вот во всей фигне, полтора часа. Да, где-то вот так и было. А если я разденусь, то это будет больше. Как бы, когда я одета, ощущение такое, что как бы поторапливаю своим видом, понимаете? Мы уложились в полтора часа, зашибись. Но главное, что она удовлетворена своим луком. Можно спокойно и тепло погулять. Выезжаем. Ну что, набрали мы с Танюшей попкорн, а снова идем в кино на фильм «Дичь». Сейчас Таня выйдет уже, и мы пойдем, и уже опаздываем. Надо шапку снять. И потом расскажем, поделимся впечатлениями. Доброго дня, мои хорошие! Сегодня день следующий. Сегодня я собираюсь в Мега Оксай. Вот, ну, на Новый год выбираю себе подарочки. Вот, и сейчас я еще поеду тест-драйв машины сделаю. Нашли одну машинку, которая мне нравится. Ну, надо тест-драйв сделать. Два варианта, которые мне нравятся. Скажу по маркам, ну, как бы... Мерседес и Лексус, вот я рассматриваю две эти машины, седан, то есть не кроссовер уже. Сейчас вот на тест-драйв записалась, не буду там снимать, особо показывать, что как, просто расскажу вам потом свои впечатления. И это, я думаю, пройдет все быстро, у меня времени не так много, поэтому я быстренько сделаю тест-драйв и побегу за украшениями. Зашла в центр Лексус, смотрите, какие Лексусы хорошенькие стоят, люблю, люблю. О, открыта дверка, заглянем. Черный салончик.
Ну вот мне говорят, кое-кто, кто знает, что Мерс типа не сравнится с Лексусом. Посмотрим. Сейчас будем тест-драйв делать на Мерседес. Так, залезла сюда, значит, я смотрю. Звук выключить. Салончик шикарнейший просто. Классненький. Куча плюшек еще. Едет мягенько. Смотрим дальше. Блин, а прокатилась на Мерсике. На одном, на втором. Классненькие они. Классненькие. Надо еще будет до Лексуса доехать, тоже его запробовать. Вот, и решить посмотреть. Блин, класс, ощущение такое. Я приближаюсь к мечте. Точнее, не к мечте, уже не такая уже мечта там это у меня. Просто к очередному желанию. Ну что, мои хорошие, устраиваемся поудобнее. И скорее хочу показать, чем я себя порадовала на Новый год, каким подарочком из Sunlight. Конечно же, бриллианты Якутии. Я им не изменяю. Очень много всего прикольненького. Синенькая коробочка. Сейчас покажу, что я выбрала и расскажу, почему. Открываем. Бриллианты Якутии всегда упаковывают вот в такую вот коробочку синюю. Это эксклюзивно представлено, кстати, в Sunlight. Бриллианты Якутии. Нереально красивая коробочка. Вообще очень презентабельно. На подарок. Та-дам! Что мы там видим? Мы там видим замечательное колечко. Как вы знаете, в прошлый раз тоже бриллианты. Я покупала себе кольцо. И я его покупала специально таким образом, чтобы я могла его дополнить еще какими-то кольцами. И, кстати, вот это кольцо, которое я выбрала, оно идеально подходит сюда в дополнение к моему кольцу. Очень красиво садится. Красное золото, как знаете, у меня вот здесь вот на левой руке. Прекрасно оно вместе гармонирует. Вообще кольцо на самом деле очень такое необыкновенное, очень необычного дизайна. Очень красиво сидит. По-разному можно сочетать его, мне нравится. Камушек достаточно крупный, прям виднеется, плотненько сидит, блестит. Все переливается. 585-й пробы. Я уже знаю вообще свой размер, поэтому это кольцо я заказала в онлайн-магазине и поехала туда, где оно уже было. Вообще там можно заказывать прям, то есть в любой магазин, который вам удобно, в приложении в Sunlight. Можно выбрать по брендам, например, бриллианты Якутии или любые другие. Выбираете, вам сразу показывают всю коллекцию, понравившиеся, выбираете размер, который вам нужен, да, магазин, и вам доставят. Я же это кольцо выбрала на сайте и посмотрела, где у нас в наличии. Оно было у нас в одном магазине, и я туда поехала в моем размере. Пришла, померила, влюбилась. Честно говоря, я уже в Sunlight постоянный посетитель, меня уже все знают, узнают. Вот, но я не перестаю удивляться количеству украшений, которые там представлены. Их реально очень много. И вроде бы я уже должна все выучить наизусть, но нет. Я всегда удивляюсь и нахожу что-то, думаю, блин, да я этого не видела раньше. Хотя, возможно, и видела. Вот, в общем, это кольцо прекрасно. Украшений там еще видимо-невидимо. Сейчас, кстати, если вы скачаете приложение по моей ссылке, вы получите подарок на кассе. А также дополнительный промокод на скидку 5% вы можете дополнительно использовать. Я его оставлю под видео и здесь. Конечно же, как всегда, в Sunlight огромнейшие скидки. И это колечко я тоже взяла с очень хорошей скидкой. Оно еще больше радует меня поэтому. Здесь у меня вес 2,99 грамм, почти 3 грамма. 57 граней, один бриллиантик, 57 граней. Размер мой 16,5. Но мне очень нравится. Его можно как самостоятельно носить, так и в сочетании с моим кольцом. Все бриллианты Якутии, которые были у меня куплены. Вот у меня здесь колечко из белого золота. Сережки у меня из белого золота. Все это бриллианты Якутии. Я безумно довольна. Ношу. Блестит. Все прекрасного качества. Не устаю радоваться. И ни разу меня ничего не подвело. Я еще даже не чистила после покупки. Все это замечательно блестит. С учетом того, что я ношу это каждый день. Постоянно использую. Еще и, конечно, купаюсь там и все дела. Но украшения остаются прекрасными. Сияют и радуют мой глаз. В Sunlight еще очень много всяких разных украшений. Я еще себе присмотрела. Но пока остановилась на этом колечке.
Я всю полезную информацию оставляю вам под видео и желаю, чтобы вас также радовали подарками в этот Новый год, как и меня. Выехали из дома, точнее вышли из дома, на улице, вот сейчас, девочки, ого, сколько, без 15, 4, блин, только 3 не было, было только 2.48, сейчас 3.48. На улице реально как будто вечер глубокий, в который я вообще не выхожу из дома, стараюсь не выходить. Так, волосы сушу сейчас естественным путем, они у меня немного влажные. Вот, я надеюсь, что я не простыну. Аккуратненько так стараюсь ходить. Вот, кстати, я сниму даже шапку, чтобы они сохли. Ну, корни почти сухие, поэтому я, конечно, когда сушишь без фена волосы, они дольше сушатся. Вот, но зато кожа головы моя чувствует себя намного лучше, и она не пересушивается, она от фена у меня страдает. Так, сейчас мне надо коммуналку пойти оплатить, и что я хотела сказать, еще хотела сказать, что я вроде бы научилась рисовать себе стрелки. Посмотрите, я сегодня в стрелках, да, и я случайно увидела видео, и 1000 видео я смотрела, как рисовать стрелки, но у меня все равно не получалось. А сейчас что-то я взялась, такая смотрю, и реально классно нарисовала стрелки, они не перегибаются под мое нависшее веко, потому что мне очень сложно под мое нависшее веко рисовать стрелку, она все время вот, ну, ломается, и все, и некрасиво получается. И я достаточно быстро нарисовала на 2 одинаковые стрелки. Походу научилась, надо будет еще поэкспериментировать, но потом вам обязательно покажу, как я это делаю. Все, мы едем. Ой, моя хорошая, приехала домой, сейчас чайничек поставила, хочу сделать какой-нибудь вкусный чаек. Мне тут есть. Набрала в Фаберлике чаек всяких классных. Короче, запал мне этот в душу Мерседесик. Классненький, реально. Он очень-очень мягенький. Едет он прям вот. Я не знаю, что может быть круче. Не, хотя есть такие машины, знаете, как самолеты. Но вот из того, что доступного, конечно, да, то я не знаю. Очень крут. Надо будет на днях мне посмотреть Lexus, который у нас здесь, вот, определиться и уже целенаправленно идти к своему желанию. Еще я заметила, короче, что мне вообще нельзя расслабляться, наверное. У меня вроде бы душа просит расслабления, но вот когда ты расслабляешься, так сложно потом собраться, прям хочется дальше как кисель киселить, вот. Разговариваю с вами, неудобно открыть. Надо вас как-то так поставить. Маленькая. Короче, это, расслабляться мне нельзя. Да. Что делаешь, Дэнни? Нашел. Красивый. Красивую птичку нашел. Амелка за ним. Короче, сейчас чай, буду монтировать видео. Хотя такая лень, я с упоением сейчас читаю книги и просто кайфую. Я отказалась сейчас от сериалов на время, потому что мне прям вот интересно с книгами. И вот я очень человек увлекающийся, вот что я заметила. Я начинаю что-то одно, я сразу туда с головой, и вот надо все соки выжать. И если я сейчас буду как-то отвлекаться, то все, то меня там оттуда уберет, знаете. Ну, короче, сериалы начинаю смотреть, я все в сериалах вся, да, там. Начинаю книги читать, я вся в книгах. Начинаю работать, я вся в работе. Ну, типа того, да, поэтому сейчас вот книги, у меня любое свободное время, да. И вот работа. А 2 дня отдохнула, и какая-то сразу кисель. Что такое? Сейчас, короче, чаечек заварю, красивую обстановочку. У меня настроение новогоднее. Пока не стала перевешивать их. Короче, класс. Ну что, мои хорошие, день следующий, мы с Денечкой уже собираемся. Я уже надела на себя новое украшение. Кайфую, радуюсь. Вот, сейчас мы отправляемся в торговый центр. Еще больше поднимать настроение. Посылочки девочкам, кто участвовал в моем конкурсе, вот у меня здесь стоят, сейчас отправлю на почту. И потом поедем в торговый центр, погуляем. Хочу еще Денечке взять там свитерок, фотосессия возле елки моей будет красивой новой. Еще хочу игрушек докупить на елочку. В общем, Новый год, новогоднее настроение, супер-пупер. Хочется всех одаривать подарками. У меня так много людей, кому нужно подарить подарки. И, конечно же,
я отправляюсь на поиски креативных решений. Кстати, сейчас вырядилась такая, искала долго, что же мне подобрать под мой бежевый костюм. Долго не могла ничего подобрать, в итоге все идеально вообще подобрала. И знаете, что я заметила? Что у меня очень много одежды, которая прикрывает попу или длинная там до пола или там до колена. А как это неудобно в машине? И я вот прям не хотела сейчас, я буду сейчас выходить, заходить в машину туда-сюда. Машина как бы грязнеется зимой очень быстро, да, и я понимаю, что сейчас я одену длинную что-то, да, и испачкаю все это дело. И прям искала короткое. А у меня ничего нет короткого. У меня все какое-то длинное, либо тяжелое. Короче, очень долго выбирала, и вот эта вот идеальная прям штучка сюда. Хотя немножечко прохладновато, уже похолоднело. Градусов не видно у меня здесь, но я чувствую, похолоднело на улице. Что, мы в торговом центре уже приобрела новогодних много всяких приколюшек. И смотрите, что я вижу. У нас в торговом центре Zara поменяли дизайн входа. Я такая смотрю, думаю, что за магазин новый такой. А потом смотрю, Zara, как в лучших домах моды, знаете, как вот ЦУМ такой вот, все что-то сделали. Очень красиво, симпатично. Мы пришли домой, смотрите, какой красивый пледик я купила в Синсей. Новогодний. Вот на этом фоне буду теперь снимать вам видосы. И вообще, знаете, я его так постелила. Он небольшой, конечно, стоит 799 рублей. Небольшой, мягенький такой пледик. Вот. Но я его взяла, на самом деле, специально для видео. А сейчас вот постелила, выхожу такая и смотрю в целом на обстановочку. Ну, у меня небольшой бардак сейчас, да? Ну, не обращайте внимания. Но вот так вот захожу, и сразу бросается этот красный плед в глаза. И вот эти вот гирлянды, и все вместе создает такую атмосферу новогоднюю, невозможно. Ну, плюс у меня здесь еще елочка, красоточка моя. Сейчас покажу, что еще я купила. У меня там стирается костюм мой светлый. Я сегодня выходила в костюме светлом, конечно же, на один раз. Теперь его надо стирать. Смотрите, в Хаус магазине я взяла именно тот, который хотела, свитер. Я не знаю, он сейчас сольется вместе с этим. Сейчас вам подвину. Чтобы вы видели, какой красивый я купила свитер. А свитер этот купила специально для того, чтобы вам снимать уютные атмосферные видео на Новый год. Вот. И, возможно, вообще я в нем Новый год буду. Красивый свитерок. Я именно такой хотела, чтобы были олени, снежинки, елочки, чтобы был красно-белый преобладающий цвет. Ну и немного синего придает контраст. Так, я взяла размер М, потому что я люблю... Ну, вы знаете, да, люблю побольше. Стоит он 1599 рублей. Также фотосессию. Мне кажется, очень классно. Я еще и Дэнни взяла. Сейчас покажу. Дэнни я взяла в H&M. Вот такой вот. Вот. Мил, ну отойди же. Вот. Я ему взяла специально для фотосессии. Мне вот понравился в H&M. Вот такой. Но, кстати, в Хаус есть тоже очень классные свитерочки. Чуть-чуть, наверное, потеплее будут они. Тоже с оленем. Тоже очень классные, они там стоят 1299, а я взяла в H&M за 699. И вот для дома, мне кажется, ему поприятнее, поспокойнее будет вот в этом. Оно не такое толстое, но тоже вязаное, тонкая вязочка такая. В общем, красиво. Тут серебрушка такая, олененок тоже. В общем, фотосессия у нас должна быть вот такая. Не поняла, а что я вам все показываю в потемках, в темноте. Короче, зашла в магазин тут. Некий магазин. И просто покажу вам, что я вам взяла для интерьера себе, то есть взяла для интерьера вот такие вот корзинки. Мне кажется, в цвет моего интерьера вообще будет отлично. Я придумаю, куда и как это все распихать. Смотрите, вот такие вот корзиночки у меня есть. Потом вот такую взяла корзинку, мне она нравится. Смотрите, вот так она здесь сделана. Ну, короче, ее не нужно раскрывать так. Просто мне понравилось, что она серебряная, что она белая, и можно вот так вот ее сделать серебряной. Мне кажется, она даже на кухне еще хорошо встанет. Она хорошо может встать и в ванне. Как раз таки для всей моей косметики. По размеру. Ну, короче, красивая. Мне нравится. Как это новогоднее. Можно в ней что-то новогоднее сложить. И взяла еще вот такой вот набор. Смотрите, покрупнее. Да, то есть, если это большая, то это еще больше. Вот таких вот корзиночек. И с одной стороны у нас написано Lies. Не могу понять. Бич. Типа пляжная тема какая-то, да? Но она с двух сторон. Вот здесь она такая бежевая с мятным цветом, да? А здесь она просто. Вообще, видите, под мой диван как подходит. И здесь тоже три размера. Вот таких вот. Здесь еще ручки по бокам. Вот.
И вот здесь. Мне кажется, что я обязательно куда-нибудь это дело все впишу. Очень красиво. Я недавно читала книгу, типа, как быстро навести порядок или что-то такое, конец беспорядку, что-то такое. Вот, и там очень было много дельных советов. И один из советов — это нужно набрать вот таких вот контейнеров, да, если вот много мелочевок всяких и так далее. И лучше складывать это в красивый контейнер какой-то, да, их тоже можно подобрать по стилю, там, по размеру, замерить все это. И вот, ну, короче, там очень интересно. Я вам книжку вот здесь эту, кстати, оставлю. Если хотите, вставлю эту книжку. Почитайте, кому интересно. Там 100 практических советов. И, честно говоря, вот я почитала, и мне очень понравилось. Есть советы, которые отложились у меня в голове. И вот одни из них — это как раз-таки вот корзинки. Я их увидела и сразу взяла. Я думаю, что более упорядочено. Теперь вся мелочевка будет лежать. Более красиво будет на поверхностях. Вот эти корзины изначально стоили 3400. Я взяла их с очень хорошей скидкой. Ну все, в принципе, мне удалось взять с очень хорошей скидкой. Поэтому вышло мне оно по хорошей цене. Еще я взяла попробовать очень интересную шоколадку. Вообще эту фирму знаю. Это бельгийский шоколад, по-моему, мне очень нравится, с апельсинами. Тоненький, классный. Вот с имбирем и с лимоном еще не пробовала. В общем, кое-что из своих покупочек я вам показала. Кстати, у меня сегодня Таня в гостях, но мы просто с ней болтали там, пока то все. Я уложила малого, в общем, не было возможности включить камеру, сейчас она уже пошла спать. А завтра я собираюсь красить ей волосы, так что на ее канале, ссылку на ее канал оставлю под видео, скоро увидите, мы приобрели ей там новый немного цвет. Мне показалось, что чуть потемнее, если ей на тон сделать, будет получше. В любом случае у нее блонд, и смывается все очень быстро. Я думаю, ничего страшного. Ну, в общем, цвет вроде бы такой, который ей нравится, только на тон темнее. Посмотрим, заценим. Себе я тоже уже купила краску. Тоже в ближайшее время буду краситься. Еще я записалась на уколы красоты. Впервые. Я очень долго готовилась к этому дню, все время оттягивала этот момент. Уколы красоты не хотела делать. Один раз я делала какой-то большой иглой конюлей, мне гиалуронку, по-моему, как-то вот, ну, я особых результатов не увидела. А сейчас я прям вот решила пойти к мастеру, которого я знаю, которого я всем советую, да, у которой я делала губы когда-то. Вот, я все-таки решилась пойти именно к ней, я ей доверяю, она хороший мастер, вот. У нее хорошие препараты всякие разные, и вот, ну, как бы склоняюсь, то, что говорят, да, к биоревитализации, то есть биоревитализация такой вот есть, да, не знаю, что это, как это по боли, как это будет потом, в период заживления всего этого, как это будет после заживления, вообще ничего не знаю. На все это дело буду снимать отдельное видео, мне безумно, честно говоря, страшно, есть такое. Плюс хочу немного губы подровнять, не увеличить, внимание, подровнять, потому что у меня никогда уходит гель немножко, появляется некая асимметрия. Она меня не парит, честно говоря, но уж если обновлять себя, то обновлю везде. Вот тут поправлю, там поправлю. Вот, и еще подумываю о ботоксе, потому что я часто поднимаю бровь, да, и вот когда я фотографируюсь, у меня все время вот поднята бровь, и вечно мне приходится замазывать морщины. Вот, и я точно так же логически думаю, что, наверное, нужно сделать так, чтобы вот это, короче, меньше загибалось, чтобы потом у меня не было заломов, потому что от заломов потом еще сложнее избавляться, нужно там филлер какой-то вводить, и, в общем, там целое дело. Вот, пока я склоняюсь к этим двум процедурам, трем, да, губы, биоревитализация и ботокс куда-то, да, но когда я пойду к своему мастеру, я уже у нее спрошу конкретно, что она видит. Я скажу, что я хочу помолодеть на 20 лет. Вот. Хочу, чтобы лицо было такое же, как тогда. Хотя нет, мне вот сейчас мое лицо нравится больше, чем тогда, когда я была молодая. Когда я была молодая, оказался ей нос больше, щеки какие-то больше, лицо какое-то круглое. Вот посмотрите все на себя в детстве. Я вообще смотрю, у многих звезд вот до и после, лет 16, 19, 20, у всех круглые лица. А более взрослое, наоборот, вытянутое такое, более такое прям классное лицо. Оно мне нравится больше, но всегда, ну, я снимаю видео, да, и фотографируюсь, и при некоторых таких вот освещениях я вижу, что там пора подтянуть, там уже, в общем,
Я записалась, да, в ближайшее время я пойду. Так что обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал. Это будет, конечно, видео очень эмоциональное и вообще, не знаю. Напишите, короче, даже. Интересно вам такое посмотреть. И, ну, наверное, кто колет, постоянно делает что-то с лицом, для вас это, наверное, что подумаешь. А вот кто ни разу не делал, да, вот интересно, страшно, а кто-то хочет и думает, вот, да. В общем, сейчас планирую закончить этот влог, сделать его небольшим, потому что впереди очень много интересного. Сейчас на влоге много времени не трачу. Хочется что-то ёмко вам рассказать, да. Вот. И хочется как можно больше снимать новогодних видео, потому что мне очень хочется сделать ваше настроение просто пушкой. Вот. Всем желаю новогоднего настроения, поэтому. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!